Сейчас я вам покажу. Допустим, там, где он пишет, я специально сделал конструкцию руки. You made a construction of the hand. Last movie. Вот. Она вся на шарнире. Я сюда закрепляю сразу. Absolutely, it's everything. It's just like a human hand. Here, create different angle. Я закрепляю перышко сюда. И я только, я закрепляю его здесь вот на тонком скотче. И только двигаю за кончик пера. И таким образом вот это все одновременно сразу двигается. Понятно, да? He just stamped in that place where the pen and tip of the fingers, mm-hmm. and then he just moved them all together, and mm-hmm. they're just moving like, yeah. you know, like this. Какая-то видеокамера, чтобы видеть прогресс. Нет, я не, у меня нет контроля видео. No. He doesn't have anything like this. Just this. В общем, это и хорошо, и плохо. Is it good and it is bad? А почему это плохо? Плохо, что иногда бывает. Какие-то ошибки хотелось бы посмотреть. А почему плохо это иметь? А почему плохо иметь? Да. Потому что это делает тебя в работе пассивным. Понимаете? Потому что я знаю, что я могу посмотреть, и я расслабляюсь. И делаю вяло. Вы можете не смотреть потом. Это так, на всякий случай. А это соблазнительно. Каждый раз. Раз ты имеешь эту возможность, искушение, куда деться? Это не смотреть, это большое дело. И наверняка, если я посмотрю, мне наверняка не понравится. Я начну переделывать. А так все в темноте совершать. Камера обскура. So he doesn't know what it looks like until it gets we have to have this moment of the enigma secret, what finally you would see after all. That if you see every step, every time you would want to change. Come back and change, then you never finish. So you want to keep it in a camera. You like, you entrust control to the video camera. So he doesn't know what it looks like until it's done, is that true? Yeah. But he can expect, you know, he can expect what will happen, but may not come out exactly what he wanted. Mouse is touching. Ну вот. Естественно, здесь же ведь большое количество выражений его лица. Поэтому сюда еще докладываются отдельные какие-то кусочки, которые я двигаю. He has other layers on this. Do you do a lot of pre-production, pre-drawing? Вы много делаете предварительный, который будет старик. А, сейчас я покажу. У меня здесь, я просто не могу сразу показать, потому что я боюсь. Сейчас я покажу. По ходу же что-то делается. Понимаете, я могу тут же на что-то такое взять шкурку, взять целлулоид, что-то прошкурить, пройти фактурой, положить сюда. Я не думаю, потом я это выбрасываю. Нет, есть какие-то вещи, которые основополагающие, ну, как вот эта конструкция. Глаза, да, конечно, безусловно. А есть вещи, которые дополнительные, они потом не нужны становятся. Поскольку мне легче сам отыскать вот это. Катя! Some parts that need only for a short moment, you can do it and then show. Слушай, дай мне, пожалуйста, там. And it's why even something happens with camera, it's never you can do it again. You can do it again. Юрий, чтобы создать пространство, глубину в кадре, что вы делаете? Вы снимаете на разных слоях или все это? На раз нет, но у нас же ярусный стал. Я же дал вот этот журнал. Я не знаю, у кого он. Японский журнал. Вот он. Катюнь, дай мне, пожалуйста.
and you can ask him, maybe he needs something, you catch something. What? That's his studio? Yes, that's the вот он там, camera кстати, set, Акаки. That's the tables, that's the layers, which layer they're the parts, the background and the character itself and different layers. Иногда бывает, что у меня там есть возможность стекла вот на таком расстоянии друг от друга располагать. Sometimes the вот на таком расстоянии могу три стекла сделать. So many layers in between, just this much. И поэтому у меня иногда бывают моменты, когда я голову кладу на одно стекло, а его вицмундир, он вот примерно вот так. А как вы это ему туда... Нет, зачем же? Я туда не лазь. Нет, я не волшебник. Нет, это очень просто. У меня стекло катается. Я снимаю, я сдвигаю стекло. The board, you can put it on, move it, push it back. Okay. So are you working on spirit? No, actually, I'm working on the story. What do you do? I'm a student. Вот моя раскадровка. Это не в строгом смысле раскадровка, это просто поиски движения. Вот. Или вот он ложится спать. Или вот он теребит ухо, вот он в этом положении. Вот он с буквой. На нее падает снег, он с нее сдувает. That's the first time sketches, like a general conceptual ideas. Conceptual ideas. There's a letter A, just blows the snow, and then it gets cold, and taking off the overcoat and putting on the letter A, because A is cold as well. It's such a fun story. His work was spent, he would waste himself to the last point, but that how much he likes what he does. He was doing the study for his hands. How many hands he has for this scene? It seems like he has so many different angles. Сколько у вас рук разных вариантов? Знаете, какие нужно делать, такие я и делаю, но я еще делаю руки, которые это думают. Это он думает. Но я делаю руки по ходу, если мне что-то надо сделать. Кроме того, есть какие-то руки, имеющие конструкцию, когда я могу двигать пальцы. То есть тут разные варианты, тут закона нет.